У нас сегодня пресс-конференция называется «Люди мирового спорта против наркотиков». Вы знаете, то, что уже не первый год состоится и проходит такой футбольный матч в Ростове-на-Дону. Вот видите плакаты, которые у вас постоянно находятся. И сегодня мы об этом будем разговаривать, о том, как у нас, собственно говоря, обстоит, что нас, собственно говоря, ожидает 14 мая на стадионе «Олимп-2». И вкратце, в принципе, еще и поговорим о том, какие действия наши уважаемые гости принимают в борьбе с таким страшным злом, как наркомания. У нас сегодня в гостях принимает участие экс-капитан футбольной команды «Ростов» Ростиславович Усинов, заслуженный бомбардир. Я не прочитал недавно, что самый быстрый гол в истории футбола он забил. У нас сегодня олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион Европы, президент Федерации спортивной борьбы Ростовской области. Ростовец Чистов Гашев. Ну, много должностей, там, из Оксобрания, просто все не буду перечислять, хорошо. У нас сегодня член мира по кикбоксингу среди профессионалов в тяжелом весе Арчил Абуашвили. Собственно говоря, он на заре капитан команды. Об этом расскажет нам сегодня. Также у нас принимает участие в гостях заместитель начальника первого отдела управления парадокда по Южному федеральному округу, начальник отдела международного взаимодействия в сфере профилактики управления ФСКН России по Ростовской области Эдуард Иванович Рудненко. И у нас сегодня руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской народной епархии, православной церкви Ирина Евгения Ася. Все по чуть-чуть скажут. Потом, коллеги, если у вас возникнут какие-то вопросы, задавайте их нашим гостям, представьте, задавайте, пожалуйста, ваше издание. Я думаю, что мы минут 40 уложимся. Я передаю слово Арчилу Абуашвили, как многолетнему капитану команды, бывшему капитану команды, который очень много сделал, так сказать, для этого турнира. Арчил, вы первый, вам слово. Я извиняюсь, это же не прямой эфир. Прямой. Снимает видеокамера, и у нас на трансляции больше 40 журналистов. Смотрит эфир. Ну что я могу сказать о турнире? Я думал, что шестой раз проводим на этот турнир благотворительный. И можно уже, я думаю, назвать этот турнир как традиционный. Я очень волнуюсь, извините, пожалуйста. Я хочу отметить, сколько знаменитых спортсменов участвовали в этом турнире, начиная от братьев Сламугашев. Большое спасибо. Вот он, вратарь присутствует. И Рафаэль Сламугашев. Братья Емельяненко, Султан Ибрагимов. Султан Ибрагимов, чемпион мира, экс-чемпион мира среди профессионалов, супертяжелым весом. Михаил Усинов. Андреев, наш знаменитый футболист, тренер Ростова, ну и бронзовый призер Олимпийских игр. Да и, по-моему, в 81 году он Ростову подарил первый кубок России. Он забыл Спартаку Москве. Помните, да? Это был знаменитый. Ну и особенно хочется отметить, что происходит в это время. А происходит то, что мы бесплатно совершенно проводим этот турнир, то есть входные билеты. Хотя в других местах вот эти сборы собираются на билеты, и это идет на благотворительность. А тут мы сами уже стараемся, вход бесплатный, а в перерыве всегда мы детям, инвалидам, кому, ну сколько можно, сколько получается, кому путевки на отдых, которые вообще не видели море. И вот я помню, как мальчик прослезился. Ухо не мой, он никогда не видел море. Я сказал, что ты хочешь? Он сказал, хочу на море искупаться. Никогда не видел. Мы ему путевку на море. Кому коляски, кому суховые, кому на операцию. Вот была девочка, у них не было денег на операцию. Срочно было уже надо было проводить эту операцию, потому что ребенок растет, и в маленьком возрасте еще можно вот это восстановить, когда потом тело уже прибавляет вес и очень тяжело. Вот на операцию мы деньги дали. Я помню эти слезы отца, как он радовался, потому что ее девочка скоро должна была пойти. Ну, вот такие вот у нас добрые дела происходили во время турнира. Особенно я хочу отметить роль
Русская православная церковь. И батюшки благочинного города, отца Иоанна Осика, в этом благотворительности. Батюшка вообще меня очень сильно удивлял. Помните, да, после многочасовой службы, молитв, он заходил, собирал, руководил вот это, с новыми силами, очень приятно было наблюдать. Я просто удивлялся, что он, я думал, что ему сейчас отдых надо, потому что потом вторая служба вечерняя, а батюшка с такой силой, и так радовался каждому. Кстати, мы 4 игры выиграли, одну проиграли, правда, мы вот бывшими нашими знаменитыми футболистами играли. И с ними счет у нас 3-1. 3 раза мы выиграли у них, 1 раз выиграли они у нас. И 1 раз мы играли в Батайске с Динамо, да? Динамо Батайск, по-моему, да? 2-я или 3-я лина, не помню. Вот мы тогда выиграли 5-3. Я помню первый игру к батюшку. Не знаю, для меня это просто-напросто с такими людьми общаться. Ну и ребята растут без наркотиков. Это они то, что делают, это просто для меня. Я видел, как привозили тяжело больных наркотиками, ребят, которых трусило, которые рвали, которых очень большая ломка называют. Вот. А они молитвами, вот молитвами прочитали. И ребятам, они вставали, они оживали вот молитвами, именно молитвами. Вот. И ребята шаг не делают. Все согласовывается через православную русскую церковь, именно конкретно с батюшкой. И хочу отметить, что у батюшки регалий там много, очень много. Но у батюшки и матушки 18 детей. К сожалению, одна девочка погибла. Очень все это переживали. Как они хорошо выглядят, какие они красивые люди, и какие они молодцы. Вот батюшка, сын пошел по его стопам, отец Евгений тоже служит. И то, тоже просто радует эта семья, потому что все они вот добрыми делами, все молитвами. Но я закончил. Спасибо большое. Ну, за вас слово к вам, отец Осяк. Что вы говорите, Настя, о служении, о том, либо вообще. Ну, действительно, как Арчил рассказал о том, что ежегодное мероприятие уже стало, наверное, можно назвать это мероприятие традиционным. Вот. В этом году мы постараемся, чтобы на этом мероприятии были не только лишь те люди, которые смогут, есть возможность такая приехать. То есть это представители высших образовательных учебных заведений, средних образовательных учебных заведений. Также в этом году планируется пригласили социальные учреждения, детские дома, приюты, реабилитационные центры. Вот уже письма отправлены, и эти дети приглашены. Вот. И, в принципе, любой желающий, вот как было отмечено, что может попасть на этот матч, на эту игру, такую дружелюбную, такую дружескую игру, товарищеский матч такой. Любой желающий, кто, может быть, как-то хорошо относится к футболу, может быть, хорошо относится, или вообще, в принципе, обеспокоен той ситуацией, которая на самом деле сейчас очень тяжелая в нашей стране и в каждом городе, в том числе и в нашем городе, ситуация с наркоманией. И сама идея проведения этого матча, ну, тот самый здоровый образ жизни, который ведут активно вот эти люди, высокие люди, люди, которые достигли очень высоких достижений, добились. Вот, и они хотят показать молодежи о том, что не наркомании нужно окунаться полностью, не табак курения, не алкоголизм, а здоровый образ жизни. И вот такие хорошие мероприятия, которые проводятся в нашей Ростовской области, они очень хорошо сказываются, очень хорошо, потому что молодежь обращается, волонтеры, добровольцы принимают в этом участие в огромном количестве, духовенство принимает в этом мероприятии, тоже участвует.
Вот. Конечно, очень замечательная организация «Ростов без наркотиков», которая является инициатором и, наверное, самой такой главной стороной, принимающей организатором этого мероприятия. Вот. И дай Бог, конечно, чтобы это все состоялось, дай Бог, чтобы, даже если будет стадион не сильно пол, может быть меньше, может быть больше будет, но дай Бог, чтобы это состоялось. Состоялось хорошо, чтобы это в детях, в подростках уже отложило какой-то хороший, добрый знак, позитивный знак. Вот. И мы постараемся, конечно, сделать все возможное, чтобы этот матч состоялся. Спасибо. Владимир Сергеевич, вам слово, пожалуйста. Я всех присутствую на этом мероприятии и хочу сказать еще отдельные слова благодарности руководителям футбольного клуба «Ростов», непосредственно Олегу Лопатину, который любезно предоставляет ежегодно стадион безвозмездно для такого мероприятия. И всегда отзывается, поддерживает. Хочется сказать слова благодарности тем спортсменам, кто принимает участие, потому что на самом деле вот в том году Игорь Лавров принимал участие в этом мероприятии, олимпийский чемпион по гандболу, сегодня министр спорта Ставропольского края, и тоже, узнав о этом мероприятии, хочет принять участие второй год подряд в этом мероприятии. Но на самом деле очень приятное событие для нашего города, и спортсмены встречаются, многие долго не видятся, обмен впечатлениями. Естественно, дети, которые туда приходят, на свежем воздухе, я вот вспоминаю, как в том году начался проливной дождь, ливень, игра не остановилась, и мало того, ни один зритель не ушел, и это наоборот придало какую-то краску этому мероприятию, очень долго об этом вспоминали, поэтому хочется сказать, что такие мероприятия, безусловно, должны быть. И Ростов без наркотиков, конечно, на правильном пути. И уже традиционно проходит турнир. Уже все ждут этого события. И не успели мы закончить, как уже дополнительно какие-то планы. И самое главное, что дружно, при поддержке Министерства спорта и Законодательного собрания Ростовской области, все дружно по чуть-чуть вносят свою лепту в это мероприятие. Это самое главное. Тогда будет дружно, тогда будет кулак, и тогда будет все получаться. И, естественно, и церковь всегда рядом, всегда поддерживает это мероприятие. Спасибо большое. Ну, я хочу передать слово футболисту Михаилу Станиславовичу Осину. Я так понимаю, вы тоже будете играть, да? Или, собственно, непосредственно участие. Ну, да, добрый день всем. Ну, непосредственно на меня и возлагается такая миссия, чтобы я собрал более таких профессиональных футболистов, потому что это просто футбольный матч, да, ну, так, мы играем в футбольный матч, а на самом деле здесь ведь не только футболисты, здесь очень много людей уважаемых, серьезных, и которые там чемпионы мира, олимпийские чемпионы, но по другим видам спорта. Но мы как-то все вот так вот посчитали, что все-таки футбол все равно, наверное, любой мужчина как-то он в свое время не играл где-то, да, и поэтому там как-то нерезонно выходить, там, может быть, там, не знаю, там бороться, потому что вообще шансов нету. А футбол сыграть как-то все равно все можно. Поэтому я считаю, что от этого мероприятия только огромный плюс, потому что мы лично своим примером все показываем всем нашим молодым ребятам, что спорт, он в жизни дает только огромные плюсы. Во-первых, это к тебе какое-то вот это уважение, да, это какая-то гордость за себя, за друга, за друзей, которые добились чего-то в жизни именно спортом. А то, что вот сейчас молодежь, ну, многие начинают идти не по тому направлению, конечно, это губит нашу нацию, это губит наших детей. Это вот мы пытаемся показать вот своим примером, что все-таки спорт, он сейчас, тем более наши руководители показывают, что спорт это все-таки номер один. Нам нужно всем заниматься спортом. Поэтому я думаю, что у всех деток есть огромный возможность, огромный шанс прийти на этот матч воочию, сфотографироваться. На самом деле после игры еще на около часа все дети убегают на поле, и все проходят фотосессию. Ни один спортсмен никогда там не откажет ни в ком-то, ни в автографе, ни в фотографии. Я думаю, что многих из этих ребят там видели только по телевизору буквально недавно. И Олимпиада была, и все было. То есть мы личным примером смотрим, радуемся за них, а тут вот они рядом все с нами. Я считаю, что мы обязаны своим, еще раз повторяю, своим примером убедить молодежь именно заниматься спортом. Это не имеет в виду там какой-то там
футбол, там еще что-то, да, у нас спорта очень много, который, за который мы гордимся. Я думаю, что все возможно мы сделаем для этого, чтобы именно детвора шла вот сюда в спорт. Спасибо большое. Ирал Геннадьевич, ну, с точки зрения профилактики борьбы с наркоманией, профессиональная дискуссия. Да, конечно. Что у нас? Здравствуйте, дорогие друзья. А можно микрофоны? Здравствуйте еще раз. Наверное, нет необходимости говорить о том зле, о том пагубном влиянии, которое несут наркотики, и насколько это необходимо проводить профилактические мероприятия для молодежи, для того, чтобы не возникали соблазны, для того, чтобы заниматься какими-то нехорошими вещами. Я благодарен организаторам данного мероприятия за организацию такого прекрасного, массового мероприятия, хорошей акции для жителей и, прежде всего, для молодежи города Ростова и области. Потому что, ну, что может быть еще прекрасней показать молодежи радость победы, радость здорового увлечения спортом и позитива, который вот мы проводим уже в шестой раз, который мы наблюдали в глазах молодежи, которые присутствовали на этих праздниках. Государственный антинаркотический комитет выступает за комплексный подход в проведении профилактической работы среди молодежи. Поэтому такие мероприятия, они очень необходимы для нашей молодежи. И это действительно, не побоюсь этого слова, это будет прекрасный праздник. Это мероприятие позитивно и еще с той стороны, что оно объединяет всех людей, которым не безразлична проблема распространения наркомании. И поэтому хочется выразить слова благодарности организации «Ростов без наркотиков», которая занимается помимо непосредственно самой реабилитации, но и организацией таких массовых акций. Поэтому я очень надеюсь, и в принципе сомнений никаких нет, что и в шестой раз мы эту акцию проведем на достаточно высоком уровне. Это действительно будет большой праздник для всех жителей города и непосредственно тех людей, которые там, ну, в этом будут участвовать. Спасибо. Я все-таки хочу, коллеги, попросить Станислава Галинова, руководителя Ростова без наркотиков, он, например, там скромно сидит у нас вообще, так, кстати, рассказать все-таки нам, что нас ждет, какого числа, какие будут звезды, и вот этим условием. Все хвалят Ростов без наркотиков, а он сидит, он, например, и молчит. Да не, мне можно просто даже Спасибо большое за предоставленную возможность выступить. И хотелось бы поблагодарить всех участников этого мероприятия, поблагодарить Русскую православную церковь за то, что у нас есть возможность проводить такие мероприятия, есть благословение правящего архиерея. И для наших ребят, которые проходят реабилитацию, когда мы первый раз проводили это мероприятие, когда мы привезли их на стадион, и они увидели всех звезд, которые участвовали в этом мероприятии, это было, конечно, шоковая терапия, потому что они смогли с ними пообщаться, поговорить. И эти люди, знаменитые спортсмены, к каждому подошли, каждому нашли слово и поговорили, чтобы они завязывали, бросали. И очень много результатов хороших именно после вот этого мероприятия, когда люди завязали и сейчас стали социально полезными членами общества, как в организации, как и вышли с организации, создали семьи, родились дети. И именно вот та комплексная работа, которую мы уже проводим в шестой раз, вот это вот звезды мирового спорта против наркотиков, помогают нашей работе. Ну и, конечно, то, что мы можем дать хотя бы на несколько часов возможность
трудным подросткам, потому что там будут также с комиссией по делам несовершеннолетних ребята, трудные подростки, которые сейчас стоят на учете, которые уже совершали какие-то правонарушения. И у нас есть возможность за несколько часов вырвать их с улицы, вырвать их с каких-то подворотен и дать возможность посмотреть и футбол зрелищный, и дать возможность тоже и пообщаться, сфотографироваться, взять автографы именно вот со знаменитыми этими людьми. И вот хотелось всех бы поблагодарить, кто участвует в этом мероприятии, и поблагодарить вас, журналисты, за то, что вы каждый год находите время, возможность, не считаете это мероприятие скучным и освещаете это мероприятие. Спасибо. Вы поговорите, Станислав, 14 мая во сколько, где, когда? 14 мая в 16 часов на стадионе «Олимп-2». Мы всех ждем, всех приглашаем и будем рады всех вас видеть, чтобы вы поучаствовали в этом знаменитом мероприятии «Звезды мирового спорта против наркотиков». Вот здесь лежат у нас, небольшие плакаты, там указаны все списки, состав команд «Звезды наркотиков», «Звезды по футболу», если кому-то посмотрите, если кому-то интересно, будет посмотрите. Если есть какие-то вопросы к нашим гостям, можете их задавать. Нет вопросов, по-моему, да? Саркомании и бороться надо, все понимают, вопросов просто ни у кого не возникает, на самом деле. Ну тогда 14 мая мы к вам все придем, посмотрим, как состоится этот матч. Даже не знаю, за кого болеть. Я извиняюсь, мы пропустили замечательного боксера, Лучик Стам, пожалуйста, с которого и началось вот это все мероприятие, потому что он, можно сказать, основатель этого турнира. Так что спасибо ему большое. Да, тоже скромно. Спасибо всем большое, вы на стадион. Спасибо. Прямо сейчас. Максимум. Надо подпустить.